Максим Галкин на фоне атаки Ирана на Израиль вступил в Цахал. Галкин заявил, мы ведем борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей еврейской расы и нашего народа. Мы ведем борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей семитской крови, за свободу и независимость нашего Отечества. Мы ведем борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него Творцом Вселенной. Каждая наша мысль и каждая наша идея, вся наша наука и все наше знание, все должно служить только этой цели, чтобы красота коричневой еврейской женщины никогда не исчезла с лика земли, закончил Галкин.